Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. С вами Артем Динамик. И Экси. И мы сегодня гоняем в бета-тест Titanfall. Да, давай, начинай, поиск пока. Так, это Attrition Capture ABC, да? Capture, да. Да, и мои зрители уже видели Attrition. Теперь Hardpoint попробуем режим. И мои тоже видели. Да, ну вот, и поэтому Hardpoint режим у нас больше на одного. Ты играл на Fracture карте или на Ангел Сити? Я на обеих играл. Я тоже на обеих играл. Нет, я имею в виду на... То есть и я в АБЦ не играл тоже. Еще. На видео я там 4 битвы там на всех картах. Угу. Карты, я так понимаю, 2, да? Теперь только точки заходят. Да, здесь только 2 карты. А при выходе я считал, что будут 14 карт. Кстати, ты в курсе, что когда ты Титана вызываешь, если ты в него залезешь и вылезешь, он сам за тобой будет бегать и стрелять? Да. Так, это прикольно. Автоуправление просто идет за тобой. Да, прошу прощения за кашель, я не до конца вылечился. Все еще болеешь. Да. Но это лучше, чем когда я 6 или 7 серий Portal записывал при температуре 38. Ну а что делать, когда болеешь, только играть в игрушки? Да. Так, ну что, я беру Riflemen'а. Ты еще загрузил? О, нифига ты загрузился. Да, и Assault'а я возьму. Не, лучше танка возьму. А ну да, у нас с тобой разница, как обычно, в оперативке. Да. Ну что ж, мы начали. Ты выпрыгнул, нет? Нет, я еще загружаюсь. Мне что-то там... Так, Hardpoint, точки надо захватывать, правильно? Я пока на пойду с пацанами. Да. Мне что понравилось в Titanfall, это точки захватывают таким можно нестандартным образом. Допустим, не обязательно заходить, обязательно там через парадный вход там идти. Ну как-то... да, запрыгнул. О, запрыгнул в окно, иди сюда. В инвиз ушел там и все. Да. Как надо так, сделать. Так, точку А захватили. Что-то мне долго еще заходит. Странно. Заходит еще? Угу. Ждем тебя. Так, точка Б захватывает враги. Медикам наверняка влияет на это все. Возможно. О, все, вроде бы. Что-то я слышал звук какой-то. Оп. Так. Показалось. Есть, все, я загрузился. Так. Я иду на точку С. Ой, что-то она так подвисает. А, вот все. Так. Я, наверное, тоже Riflemen'а возьму. Это мой самый любимый класс пока что тут. Ну да, у него отличная пушка. Так, хедшот. Минус. Воу. Так, ты где? Воу, у меня тут замес. Друженьки мои. Так, они на крышах, короче, кемперят лежат. Да. Так, точку А захватили. Я, наверное, сейчас точку А пойду захватывать. Я тоже на точку А иду. Ой, там на точке вижу. А кто-то есть. Меня убили. Я убил чувака какого-то. Price Star. Да, Price Start 4% я его нанесу. И ты, а ты его убил, ты за мной шел. Да, я его убил. Так, С захвачено, пацаны. А тут никак там. А, нет, я тебя вижу, смотри-ка. Не, я имею в виду, как в Battlefield, ты не отмечаешь каким-то особым цветом. Нет, вроде. Типа я понял, что это ты. Ладно, неважно, я пойду на точку А. Захватывать. Наверху много их. Не, я с такой пушкой не попаду. Ух ты, тут корабль какой-то, транспортник летит. Так, здесь братюня был. Знаешь, так наверх посмотри на небо, там столько всякой хрени происходит. Да я сейчас как бы не очень хочу смотреть на небо. Так, сейчас через крышу на попаду. Потому что могу. Ой-ой-ой! Все, я попал на... А захват. Ах ты, я нажал на С, а он первый нашел на С, скотина. Это рукопашный бой же, да? Угу. А в Титане, как, кстати, они делают в Титане? Вот берут такие, подходят, вытаскивают из Титана и выкидывают тебя нахер куда-нибудь. Не знаю, я еще такого не видел. Сам я видел, прям такой подходит на Титане. То есть тоже он на Титане и ты на Титане. Опа, подожди. Проблемки были небольшие, все нормально. Вот, короче, он такой подходит, берет, открывает это. Ну, вот здесь сидит он. И его выкидывает его нахрен куда-нибудь. Прикольно вообще это эффект, так смотрится. Точку Б захватили у нас. Я пока на А, наверное, на дефе останусь. О, стоп, я ее уже не захватил до конца. 15 секунд у меня до Титана. Сколько? 15. У меня 22. Что-то у меня небольшие пролагивания идут. Так, я снимаю точку Б. Я иду к тебе. Оу! Меня оглушили тут, а! Точку А забирают, блин, как так? Я только оттуда вышел.
Ой-ой-ой, что это за... Да, ВКонтакте фриз-то. Мне опять пишут. Так, Титан. Это full ready. Да, я уже вызвал своего, падает. Уоу! Здорово! Сейчас, там парниша бежал. А, так вот, кто захватывает, тут сидит боты. Тупые боты. Кроме ботов, по-моему, на точку А никто не рвется. Лови! Титанчик мой, давай сюда. Сейчас я титана заберу. На, не забрал, пацаны, забирайте титана. Они же не могут. Мне дали левел 5. Так, о, боты. Точка Б захватывается. Ой, у меня что-то вообще нехорошо игра работает. Какие-то фризы начались непонятные. Так. О боже, я... Что за бред-то? Так, супер дамаг! Ну да. Кривой Артём. У меня тут слайд-шоу дикое началось. Вообще непонятно от чего. На тебе в щи! Выпрыгиваю! У тебя бывает такое, что все очень сильно зависает, потом начинает отвисать, и все нормально опять работает? На, титан! Я запрыгнул на титан и взорвал. Нет, у меня такого не бывает. Странно. Ох, я улетел! А у меня опять такая же хрень. Челлендж комплит. Что это такое? Он просто зависает вот прям намертво. А! Поймали ракеты меня. Ну я сейчас титана, короче, запрыгнул на титанчика. Так, у тебя там как, траблы, да, с этой? Угу, у меня вообще все зависло, по-моему. Не, у меня пока норм. Офигенно, чё. Главное, вчера вообще она играла так отлично, что прям вообще офигеть. Просто зависла намертво вместе с компом. Офигенно. Так, титан у меня готов. Блин, поймал мою ракету. У тебя там траблы, да? Большие. Ты чё? Ну что за хрень-то, не было такого? Почему так всегда происходит? Диспетчер еще как-то не особо хочет открываться. Ну... Ну, бывает. Открылся. У меня пытается опять приконнектиться к серверу. Пишет, что типа ретринг. Так, мой титан. А ну-ка, стоп, у меня там не стоит случайно то, что я думаю. Ну да, у меня в окне стоит игра, я думаю, что она висит. В окне же она бывает. Вообще игры часто идут. Так, ладно. Сейчас так, я коннекчусь еще раз. Давай. Паузу поставил. Ой, а ты мне можешь кинуть приглас? Наверное, нет сейчас еще. Я вот тебе просто не могу присоединиться. Воу, что происходит? Так, пусть у меня воюет титан сам. А я тут пока побегаю. Ну, я думаю, на следующей карте приконнектишься. Я так понимаю, только в лобби можно приконнектиться. Ну да. Блин. Так. Засяду тут. У тебя там все норм, да? У меня, да. Ты хорош?
Хорошо. Я испарился. Так, ну я тебе покажу, что не иду туда ни в какую лобби. Хорошо. Ловите гранату, супостаты. Я пока ознакомлюсь с меню в игре. Давай. Ух ты. Какие-то карточки. Тут боты пришли захватывать точку, пришлось их убить гранатой троих. Трипл килл. Last game summary, personal stats, челленджи. Оптенсы. Опшенс. Хардпоинт холд. Так, я держу точку А тут у нас. Так. Что-то не идут они на точку А захватывать. Да плохо. Победа. Мы победили. Отлично. Так, и сейчас будет после сцены нам надо будет сбежать. А, и меня поймал чувак, прикинь, он прибежал на точку, когда я уходить уже не собирался. Эпилог, да. Ну, а, я в эпилоге участвую, отлично. Уничтожить тут надо. А в эпилоге участвуешь ты, по-моему, наверное... Ну, там не участвует тот, кого убивают во время него, и все. Ну да. То есть ты потом уже не респаунишься. Ах, я хотел к чуваку подбежать, но... Да, потом не респаун. Ну, эпилог это, короче, суть такая. Если ты взорвешь корабль, на котором они должны уехать, то это дополнительные очки. Ну, это я понял. Ну все, 5 секунд, мы не успеем взорвать. Пришел корабль. Да по кораблю стрелять, плевать на этих роботов. Все. Корабль улетел. Окей. Так, ставлю сейчас запись на паузу и попытаюсь тебя присоединить. Так, присоединился у нас Валерка, и так я открыл. А можно как-то за низ перейти? Я вот так и не понял, как переходить. За команды. То я тоже не понял, если честно. А, вот, я могу менять. Антититан. Во! Я взял себе антититановскую пушку нормальную. Не ракету эту долбанную, которая наводится, а пулемет. Да-да-да, я тоже его поставил. Вот эту ракету, это вообще такая беспонтовая вещь. Да. Он, я не знаю, там из 100% дэмэджа наносит где-то 20%, наверное. Ну да. Там надо ракет, наверное, 10, чтобы убить. Так, ну карабин оставлю. Не знаю, по мне так самое эффективное это просто брать, подбегать на них, запрыгивать, расстреливать им эти, что у них там, типа движки или что это, ну сверху. Да. И все, и тебе защиту от дестроя дают очки. Так. А чувак не может тебя убить, потому что он не может посмотреть наверх. Ну я обычно, когда там же появляется сообщение о том, что у тебя на крыше кто-то сидит, я, короче, выпрыгиваю из титана, убиваю чувака и залазю обратно. Ну, я тоже, ну а некоторые не додумываются, не некоторые, а многие не додумываются этого сделать и продолжать сидеть. Или просто не понимают, что им пишут. Ну вот я так одного титана завалил вот на предыдущей игре. Я сидел, я с автомата ему расстреливал в чан. Он так и не понял, что его убило, наверное. Какая-то муха прилипала. Так, ну сейчас у нас Ангел Сити, город Ангел. Это моя любимая карта. Да, она крутая. Вот это. Я прям с разбега сейчас на крышу полезу. Она крутая тем, что здесь много куда можно залезть. О, сейчас я быстро выглядел, когда из окна ее выключил. О, она и играть по-другому стала совершенно. О, вот мне нравится вот эта начальная. Так просто, ну прикольно реализованная. Так, игра танка. Так, поехали. Так, я полез на дом. Давай. Я так. Сразу на точку Б побежал захватывать. Так, как тут залезть лучше? А здесь же это хотят же реализовать синглплеер в мультиплеере, да? Ну что-то такое, да. Ну PvE, короче, контент. Ладно, полезно. Да, дальше. Да. Ну то есть это как для этого, в Warface введены. Тюха, человечек ходит, умер.
Минус 2 уже даже. Ой, что-то я далеко улетел. Так, я тут слезаю пока на крышу. Ой, что это такое? Она берет, намертво зависает, и сейчас отвиснет. Да, записал, блин. Ну, не знаю, бывает такое, да. Ну, у меня точнее не бывает, но... Такое бывает из-за пинга, кстати. Ну, скорее всего. Оу! Из невида убил меня чувак. Я даже, понимаете, не имею, сейчас идет запись или не идет запись. У меня сейчас рейтинг коннекшн сервер пошел. А, бывает. Так. Пошел в невиде. И он не прика... Боже. Что, у тебя не может подсоединиться? Он не приконнектился. Он не переконнектился и сказал все. Ой, я может сейчас к тебе присоединюсь, кстати. Попробуй. Бред какой-то. Сервер будет поменять. Ну, я зашел, да. Ну, надолго ли? Ну, посмотрим. Вначале прям завис. Да? Отвис. Ух ты, какой чувак. Невидимчик. Из чего он стрелял там? А, такая же пушка. Ничего серьезного. Просто я туплю. Так. Опа. А, это бот. Поймал кого-то? Ага. Блин, в щит-то стрелять нельзя, пока они в титан садятся. Фигово. Ну, ладно. Да. Тихо, тихо, тихо. Куда ты там так долбишь? В приседе просто титан. Убил меня. На крышах сидят. Блин, да задолбали они со спины уже меня. О, обходить. Титан, 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 титан. На него сейчас залежу. Оп, залез. Херачим титан. Давай. Все, титан минус. Да, ты тот же титан. А, ты сверху был? Да, да, да. Я просто стрелял в него снизу. По-моему, там бесполезно в него стрелять снизу, не знаю, не пробовал. А у меня пушка противотитановая. А, тогда окей. Вау, 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 это что сейчас было за граната такая? Странная. Есть тут такие. Титан рейди. Я челленджи так и хватаю. Какого уровня там? Я как вот маленького. Блин, меня тут заперли. Девятый взял за вчера. Так, титан готов. Где все-то? Я тут на С разгоняюсь на своем титане. Молодец. Я на С. А, ой, вижу. На. Где ты там? Ракетами ему еще на вдобавок. На. Я помогу! И минус. Так, где ты? Я сейчас около С воюю. Я рядом с тобой. Подвези меня. Садись. Поехали. Поехали. Я с тобой. Левел 6. Пройдем. Прошли, прошли, нормально. Так. Куда, о, смотри. Бегаем? Там чувак. Я, если что, я пушка на тебе, я могу стрелять. Это наш корабль, лол, я по нему стрелял. Чувак, слева там много было пехоты. Сейчас обойдем. У меня, я челленджи тут ловлю на плечах гиганта, короче, называется. На, чувак, там подлетел Android 529. Давай, убивай их. Сзади. Где? А, вот он. Вон он улетел, этот человек. Так, наверху. Надо катапультироваться, чувак. Надо катапультироваться. Что, пора, да? Да. Сейчас последнего убиваю. Еще одного человека убил. Окей, я стыгнул. Фу, это жестко было. Почти, конечно, выдержали. Так, да, ну нормально, я на тебе хорошо покатался. Нормально. У меня, правда, титан теперь 2 минуты в починке будет. Ой-ой-ой, ботов высадили. Я понял. Просто зажимать ботов так прикольно. Ты сейчас чувствуешь, как будто ты прям вообще мега-мега босс. Да? Да. Так, титан. Как будто прям убиваешь всех, а потом узнаешь, что это были боты. Так,
Ты где? Я тут бегаю. Ой, меня на Титане убили. А, нет, не на Титане, там какой-то чувак там. Че, на точку Б пойду. О, я вижу цель, Титан. Оп, привет. Сейчас будем выкуривать пацана. Сейчас с крыши прыгану на него. Оп, на меня прыгнули. На какой-то из своих титанов залез. Так, я не пойму, на мне или нет? Он сейчас взорвется. А-а-а, бежать надо. Так, чуть не взорвался. Залезь на мой титан, я сзади тебя. Давай. Так ты горишь. Я знаю, но у меня щит полный, проедем. Ладно, погнали. Так. Пошли. О, у меня туда. Титан рейди. Пойдем, пойдем, вон того, я сейчас его выбью. Стреляй по нему. Стреляй, стреляй. Ща, все будет. Да все, давай ему хана. Свою хрень. Все, он горит. Все, братан, мину. Ого, меня катапультировало. Да? А как тебя катапультировало? А, давай, запрыгивай. Не, я просто от взрыва. Тихо, сзади. Убил. Запрыгивай, есть? Ой, господи, на Титане еле-еле. Мне ты Lost Planet какой-то напоминает первый. Титан. Опа. Враги, враги, враги. Топ, топчись по ним. Еще Титан! Воу, прыгаем, воу, прыгаем! Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Ухожу, ухожу. Здесь боты. В жопу ботов. Блин, а прикинь, людей подвисло. Не берет против титанового оружия. Это да. А я сейчас титана выбью. Попробую. Фу, сволочь, откатился. Ну ладно. Так. Как, а мой титан? Да сейчас как так? Прилетит. Победа. Е. Yeah. Ну потому что мы смогли просто. Да. Что там, что там, что там надо сделать? Сейчас взорвать? Уничтожить, да, их точку отступления. Какой-то чувак бежал такой, так, думает, я его не видел. Чувак, я за тобой, если что. Ага. Так. Я смотрю на эту точку и не знаю, что там должно произойти пока. Они туда отступают, туда прилетит самолет. А-а-а. Сейчас я им отступлю. Сейчас к базару подойду, там буду их блин, выкуривать. Да вот он. Ой-ой-ой, парни стреляют. Вон они идут. На минус. Их тут много. Где, где, где? Так, я за тобой посмотрю. Я пытаюсь. Стреляй, сбить стреляй, его. Да, стреляй, стреляй. Стреляй, 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 стреляй. Нет, улетел. У него слишком много хп еще. Слишком много. Вот меня сбивали с четырех титанов. Да ладно, ничего, нормально. Мы держались. Да, так, я убил четырех пилотов, вот, и тут больше ничего не показывает. Тоже, четыре пилота убил, пять раз умер. Да. Ну что, следующая карта. Давай еще одну карточку и закончим. О, новый R97 компакт СМГ. А пушка открылась. Может, давай сервер сменим тогда, попробуем. Давай. Сейчас. Только у меня все это. Лив, я выхожу вместе с Пати, то есть с тобой вместе вышел. Угу. А, нет, подожди, ты не вышел. Так, нет, сейчас. Лив. Почему ты ее дал, да? Не знаю. Так, сейчас сервер какой поставить? Ну там какой-нибудь. Так, West US, West US, NOS, Северная Европа, Западная Европа. А, ну давай. Ну 76 на Северной. 62 на Вести у меня, на Западной Европе. Угу. У меня на нем, сейчас тебе скажу сколько. У тебя какой меньше? Я ладно, пингу я потерплю. У меня... У меня везде не меньше 140. Ой, не, 120. Ну давай на... Давай Норд Европ. Нос Европ, да? 143 окей. Пинг, ладно. Пусть. Ладно, сейчас я тебя приглашу. Угу. Так... Пригласил. Присоединился. Присоединяется. Да. Окей, playing beta. Давай Last Titan Standing, это. Это, в общем, я играл этот режим. Короче, там... на титанах, да?
Да, на титанах играешь, то есть без возможности возрождения. Окей, тогда давай на трипшине тогда побегаем, просто на фраге. Давай. Так, find team. Фраги это я люблю. Фраги это круто. О, блин, я испугался, написано было соединение с Xbox Live, и я подумал, что соединение с игроками с Xbox, думал, там что, Xboxеры что с нами сидят, мультиплатформе, наверное, что ли? Тогда бы мы выиграли. Да, а в этот момент, кстати, наши начали играть с финнами. В хоккей. Сегодня? Да, вот, играют. Прямо сейчас. Да ты чё? Да. По какому каналу? По Россия 2. Да. Угу. Я сейчас вернусь, скажу. А там только это, 10 минут прошло уже. Да и не важно, в принципе. Пока все равно загрузка идет, я пока на паузу поставлю запись. И пока я все поставил на запись паузу, я не вставлю на запись паузу. И мы ждем 51 секунду для того, чтобы продолжить игрище. Так. Что у нас там? 43, 42, 41. Ну, вот такая вот Titanfall, в принципе, вы все видите сами. Довольно-таки интересно, забавно. И масштабно выпил соку. Так. И мы играем теперь за милицию, кстати. Вот Экси спрашивал, как же нам сменить. Вот, это мы играли с вами за АМС, но теперь мы играем за милицию. Сейчас он вернется, я его порадую. Валера, я тебя хочу порадовать. Давай. Мы играем за в другую фракцию, за милицию. Офигенно. Да, так что... Ну, в принципе, они отличаются только цветом, как в этом. Ты не останавливал запись, что ли? Нет, не останавливал, у меня идет запись. Я остановил пока на время загрузки. Ну, я рассказывал про тебя нехорошую историю, потом посмотришь на мою запись. Про меня очень хорошая история, надо рассказывать только. Так, ну что, последний бой, да? Так. Сейчас у нас загрузка идет. Fraction. Fracture. Ну, короче, суть такая здесь, как я так понял, террористы и... Ну и не террористы, и контртеррористы. Так, кастом пайлоты беру. Террористы и контртеррористы, как всегда. Ну и, конечно, различаются немножко эти роботы. Ну а так, в принципе, по сути, цветом отличаются. Ну, мне кажется, прыгаем. На момент выхода что-то будет там уже как-то, ну, кастомизацию побольше добавят. Да, пока что-то мне это Warface напоминает именно. Там, допустим, может быть, роботов можно, как какие-то пушки на них там. Да и уже сейчас можно. Можно, да? Да. Что я видел, что можно свои классы создавать, но с роботами не пробовал. Так, жертва впереди. О, как долго, господи. Так, так. Окей. Беру танк свой любимый. Фракчер мне эта карта не очень понравилась. Ой, минус один. Это же просто минус. Песня. Нет, минус один только. А! Он же мимо меня пробежал. Ну-ка, сейчас посмотрю, как меня убил. Опа, опа. Просто с ноги. Так, ладно. Там боты прям на крышах стоят. Это не боты. Боты. AMC Grunt, это боты. А вон там вот не бот стоит. Блин, а чё они меня так садят-то? Ой, сколько челленджей сразу выполнил одним выстрелом. А чё за челленджи? Ну, типа, достижение. Нет, я понял. Да блин. Война, везде одна война. Ну. Надо гранату кидануть, чтобы он сдох там уже. Кстати, ух, людей убивать тяжелее, чем гранаты. Да, у них там как будто брони больше. Да. Ну, это реалистично. Все-таки. Это как, знаешь, в голливудских фильмах толпами валят народ. Ну, а какого-нибудь, да. Ну, человека, который реально нужен, его убить не могут. Непробиваемый. Остальные типа не избраны. Okay,
Так я тебя завалю, я тебя завалю. Так, а я свой титан сажусь. Титанчик мой. Блин. Что, людишки проклятые? Воу. Титан прям такой на меня в наглую полез. Он точно это? Он уверен, что он справится? Я думаю, да. Он-то горит. А я нет. И он уже как бы все. Так, титан, поднимай меня. Ой, катапультироваться надо. Он что, пробил меня, что ли? Воу, офигеть, катапульт такая прикольная, мне вот это нравится. Челлендж комплит, так. Левел 10. Извини, но я его взорвал. Зачем? Смотри, еще один титан. Смотри, сколько там народу. Да ё-моё, у меня вот именно в этот момент начинает лагать. Ну что за бред? С пингом какие-то проблемы, что ли? Уходим. Уходим, титанчик. Раздавил кого-то. Черт, у меня базука стоит тут зачем-то. Так, вражеский титан. А это не вражеский. По-моему, наш. Да, и там титанов сколько. Я лучше вот это пойду выкурю. О, ботов просто толпы. А, минус 3. Все хедшоты. А нет, не все, один хедшот. Проблем. По ботам. На, титан. Ага, еще титан минус. Отлично. Фу, я выжил. Ай-яй-яй-яй, меня бьют. Помогаю. Людишки умирают. Ты взорвался? Не-не-не, я человек. Ааа, эджект. Так. Я на какой-то титан сел. Чей-то. Да. Так, а мой титан через 2 минуты будет готов. А мой уже готов. Что-то я почему-то не вызываю только. Я уже покатался на титане. 2 титана уничтожил. Не, я тоже покатался на титане. А, сейчас надо взять класс с этим пистолетом самонаводящимся. А. Да, веселый класс. Так. Меня в туториале он порадовал, реально. Я так подумал. Самое интересное, себе. Что они в кустах сидят, ты их, ну, глазами не видишь, а он-то наводится. Да. Хе, кого-то еще убил тут. Ой, там мой титан где-то ходит без меня. Титан, иди раздавай всем. Блин. А ты на В можешь направлять титана, то есть. Не, это я знаю, да. То есть ты можешь ему приказ следовать за тобой, допустим. Ну. Так. Бот. Умер бот. Ай-яй-яй-яй. Что-то врагов мало. Да, что-то вообще никого нет. О, титан чей-то. Сейчас на него запрыгнем. Я его сейчас тоже выхватит у меня. Сейчас это ты, да, наверное, стоишь, стреляешь в него. Ну да. Я по его... Я в спину забомбил. Мозгу, так сказать, стреляю. Титан ассист, окей. Все. Родео, стейчер. Так. Покатался на титане на вражеском. Так. Оп, спас свой же титан. Красавец, победа. Так. Хочу вот эту штуку. Так, пойдем. Ой, гранату кинул. Снова надо не дать ему эвакуироваться. Да. Сейчас все будет. Так, бежать. Мне в спину стреляют. Так, надо, наверное, идти в человеке, потому что титан не достает до крыши. Они же подлетать будут.
Чё тебе крыша-то? Там но... титан сзади, сзади титан! Я не могу допрыгнуть. О, допрыгнул. Да. О, я думал, сейчас будет какой-нибудь мега-сик. Фига, там кто-то в прыжке долбит взрывовика. Меня убили, кстати. Я жгу, 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 жгу. Давай, держись, держись, Артём. Нет, я не сожгу. Держись. Не, они улетели. Не все, но они улетели. Не. Не. Не убил. Ну, вот так вот. Так, ну я всего 3 пилота, кстати, убил с доминионов 14. Я 6 пилотов убил. Ну да, но а титанов я одного мне засчитали, ну потому что зато засчитали ассист. Ну что ж, дорогие друзья, на этом закончим наши серии. Так, you have mail, burn cards available. Ладно, так, короче, с вами были Артем Динамик. И Экси. Всем пока, друзья, до встречи. Пока.